Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала Самогонщик с Урала. Ну, как я и обещал, сегодня будем тестить эти дрожжи, любезно предоставленные параллельной группой Винокур 96. О них я уже рассказывал. Ну, кто не видел, здесь всплывающая будет напоминалка о этих дрожжах. Сейчас мы их протестим, то есть поставим брагу, как они будут работать, посмотрим, за сколько отгуляют, и отгуляют ли в ноль. Еще раз хочу сказать спасибо Винокур 96. Ребята делают свое производство самогонных аппаратов у них. И если вы скажете, что кодовое слово «Самогонщик с Урала» там вам гарантированно будет предоставлена 5% скидка. Мелочь, но приятная довольно-таки мелочь. Ссылочку на группу и на сайт я оставлю тоже внизу в описании. Ну что, поехали. Ну, стандартно засыпаем сахарок, фасованный по килограмму. Буду делать гидромодуль 1 к 4, 10 килограмм сахара, 40 литров воды. Хотя по инструкции 6 килограмм сахара и 21 литр воды. Ну, там один что у нас? 1 к 3 получается. Ну, мы попробуем вот так вот. 1 к 4. Сейчас засыплю, замерю сахаристость. Все это покажу. Вот так, чтобы немножко ускориться, ставим паузу. Так, сахар я насыпал. С водой я шибко не запариваюсь, как всегда говорю. Вот, душ, включил горяченькую и побежала. Так, замерим температурку водички. Ля-ля. градусов. Таким детским термометром. Ребенок маленький был, купали его. Остался. Так, сахар размешать. Ну, специальных мешалок у меня нету. Есть вот такая вот деревянная палочка. Сейчас мы ее разбуторим. Потом будем вносить дрожжи. Ох ты, как можно. Вот и все. Лучше всяких мешалок. Хорошая палочка. Сейчас возьму рефрактометр. Замерим сахарочек. Так, у меня есть вот Астри. И вот сейчас мы им и промерим все это дело. Что у нас покажет по сахару? По сахару у нас... Двадцать. Поверьте на слово, 20. Так вот, чтоб там еще кружится. Двадцатка. Так.
Так, с этим мы разобрались. Помыть, чтоб не лип. Подрожжиком. Ну, пахнут нормальные дрожжики. Турбированные. Смотрите, какой состав у них. То есть дрожжи и какие-то добавочки. То есть вот такие вот дрожжики. Вот так вот. Ничего не буду не разбраживать никак. Вот как есть, так и высыпаю. Итак, прошло 4,5 дня, ну будем считать 5 дней с момента постановки браги. Брага отгуляла полностью. Рефрактометр, вот видите, он практически утонул ниже 0, где-то тут вот. Вот видите, вот он 0. То есть сахар весь скушали, ароматика, ну, по-честному, обалденная. Подожду, наверное, еще денечек, чтобы немножечко осветлилось, буду перегонять. Но в целом результатом я доволен. Дрожжи отработали вполне себя нормально, ароматика, ну, не знаю, по мне так лимонадом пахнет. Ссылку на эти дрожжи я оставлю в описании. Не забываем ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Нажимаем на колокольчик. Ну, до свидания.